Лукашенко в очередной раз воскрес. За последние недели хоронили его неоднократно. Последний раз инсайдерской информацией поделился Валерий Цыпкало, который заявил, что Лукашенко, мол, в критическом состоянии после очередного визита к Путину. Подкрепляло слухи и очередное исчезновение диктатора из публичного поля, а также отсутствие комментариев от его окружения. Могут ли подобные вбросы быть информационно-психологической спецоперацией или ИПСО? И если да, то кому они выгодны? Кто хоронит Лукашенко и на самом ли деле Путину выгодна его смерть? Горячий комментарий политолога Валерия Карбалевича. В информационном пространстве разные фейки, разговоры о здоровье Лукашенко, оно понятно, потому что политический режим в Беларуси абсолютно закрытый. Все является государственной тайной, в том числе и здоровье Лукашенко. И поэтому, когда люди видят по телевизору очевидные признаки нездоровья Лукашенко, то начинают распространяться слухи. Слухи всегда усугубляют ситуацию, преувеличивают. И даже с точки зрения интересов самого режима было бы логично просто объяснить, как он сам Лукашенко сказал, ну да, заболел вирусом. Ну и как бы успокоились бы, вирус любого человека бывает. Но поскольку власти все прячут, а, судя по всему, именно сам Лукашенко определяет, какую информацию давать, то вместо реальной информации появляются слухи, что мы видим все время. Я думаю, что эта ситуация режиму невыгодна, и вряд ли он сам был бы распространителем ее, тем более, что на такую тонкую игру белорусский политический режим практически не способен. Ведь Лукашенко все предыдущие годы своей деятельности презентовал себя как такого крутого мачо, как здорового, сильного мужчину, спортивного президента, который побеждает на соревнованиях на любых, что в хоккее, что на лыжной гонке, на минской лыжне, который рубит дрова, косит траву в своей резиденции, который не боится ковида и вообще никаких вирусов. И вот на этом фоне его состояние, которое все видели 9 мая, оно очень сильно контрастировало и, конечно, было не в пользу Лукашенко. Это разрушает вот эту мифологему о сильном, здоровом мужчине. Вот. И, конечно, это ему невыгодно. Это первое. Второе, появляется ропот среди его сторонников, в среде правящей номенклатуры. Он, Андрей Муковозчик в Советской Беларуси, на эту тему даже написал специальный блог, где рассказал, что да, разговоры ходят среди вот тех людей, с которыми он общается, задают вопрос, а что дальше, а что будет. То есть это сигнал всей правящей элите, что как бы этот режим имеет какие-то границы. А Шпаковский вообще написал, что эпоха Лукашенко как бы подходит к концу. Вот. Это режиму очень невыгодно, и поэтому, кстати, Лукашенко поспешил выйти на работу, показаться публике, даже не вылечившись полностью. Первое его появление на публике, ну, говорило о том, что с ним далеко не все в порядке, но тем не менее он поспешил это сделать, потому что эти слухи, ажиотаж вокруг здоровья создавали для него негативный информационный фон со всеми вытекающими отсюда последствиями. Возможно, Цыпкало получил какую-то информацию от каких-то инсайдерских источников и принял ее за реальную информацию и чисто добросовестно вот к эту информацию предложил обществу. Я бы не стал бы искать каких-то тут сознательных
вбросов с какой-то непонятной целью. Я думаю, что дело все, еще раз повторяю, в закрытости тех политических режимов, которые существуют и в Беларуси, и в России. Вот. А поскольку нет открытости, то их заменяют и слухи, и фейки. Для Кремля устранение Лукашенко сейчас, на мой взгляд, очень невыгодно. Потому что политический режим Беларуси, он ведь основывается на, в значительной мере, на личности этого человека. Лукашенко – это несущая конструкция режима, это стол, это стержень его. И если этот стержень сломать, выбросить, вся конструкция может посыпаться. Создается ситуация политического кризиса в стране и ситуация неопределенности, куда эта история может выйти, вывернуться, никто сзади не знает. Ее контролировать из Кремля полностью невозможно. Вот. То есть устранение Лукашенко, вероятнее всего, вызовет политический кризис в Беларуси, поскольку нет понятного реального механизма, что делать дальше, перехода власти, персоналистских режимах, режимах личной власти. Кризис у своего единственного союзника в момент войны, я не думаю, что это то, что сейчас нужно Кремлю. Поэтому я думаю, что сейчас Кремль будет держаться за Лукашенко, поддерживать его, если надо, лечить, если вдруг он действительно заболел. Вот. И любые попытки дестабилизировать ситуацию в Беларуси, а устранение Лукашенко – это будет дестабилизация, сегодня не выгодно России. Следим за всеми важными событиями не только на нашем канале, но также и на сайте malanka.media. Читать нас без VPN удобно при помощи мобильного приложения. Ссылка на скачивание в описании.